14 лет на двоих. Такое наказание вынес городской суд жителям Омска и Ноябрьска, которые, по версии следствия, в июле прошлого года изнасиловали 30-летнюю женщину. Напомню, преступление произошло в один из летних вечеров. Двое нетрезвых мужчин 76-го года рождения догнали знакомую девушку на улице Высоцкого, заманили в лесной массив и там надругались над ней. Подозреваемых в преступлении нашли уже через день. Своей вины в ходе судебного процесса они так и не признали. Не отрицали именно применение насилия в отношении нее, то, что насильственный половой акт совершался против ее воли, соответственно, и насильственные действия, иные насильственные действия сексуального характера. То есть указывали на то, что по обоюдному согласию. Вместе с тем, в ходе судебного разбирательства нашел подтверждение тот факт, что указанные действия были совершены против ее воли и применялось насилие в отношении ее, в том числе и высказывались угрозы в ее адрес. И назначено было наказание окончательно каждому в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С каждого было взыскано по 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, который был причинен потерпевшей в результате преступления.